всех на. Да за, блядь, это забейте. Люди, которые в Warcraft играют, с ними лучше вообще не общаться. Ну, это к Паше. Блядь. И они такие жесткие, что просто всех обучат. Ну, это прям интересно, это прям вызов. Когда у них там сезон заканчивается, блядь. А хуй знает. Да ты попроси у Сереги их Дискорд, зайди. Вы уёбки, да я вас в КС Да нахуй я вам... обойду, блядь. Нет, на ноги Сами не Варкрафтеры, ты же просто выёбывайся, вот знаешь, вот как вот максимум, что можешь, покажи, вот там на пейсе, я не знаю, вот чтоб прям, блядь, от души нахуй. Да мне даже напиваться не надо, я и так могу. Да я Андрюху позову, он вам на ноги насрет и Ну, нахуй. блядь, это аргумент, ебать. Кого не хватает? Ты, Слава, блядь, где инвайт ты? кинь мне еще раз, я нажал Блядь, туда, вот, не фурычит ничего. Еще раз. А, у нас этот есть рыцарь ебаный, да? Ну я пойду опять за этого ебанутого Я за психопата. зэка сыра, за лысого. А, А, он ты лучше за играет, лысого хочешь играть? А у скажем. меня уже... Да, О, тогда мне тогда я кого-то еще пикать могу... надо. Я могу Кирилла взять, а ты возьми этого рыцаря. Да, бери эту бабу, блядь, будем стрелять. На легенде пойдем? Мне кого Мы на пикать? легенду пойдем, блядь. Слышь, мне пишет то, Крубер. что этот лысый недоступен. Да, Крубер, возьми, друг. Сейчас, подожди, сейчас будет доступен. Ну, бери, Слава. Бери. Так, как войти-то? Еще раз инвайт, кажется. Бля, ты подключиться не можешь? Да вот не могу, блядь. Окей, ну Вот еще играть раз. нажимаю. Шо у тебя И там играет, ты все, рожок? пошло, пошло, пошло. О, вот это я понимаю, нормальная музыка, не то что вчера. Слышь, у тебя с глазами проблемы со серой. Ну, это ж эльфийка, что ты хочешь? Ну, какие-то вообще нихуя не У тебя с эльфийские. ростом проблемы, блядь. Так это же, блядь, гном дохуя. Ебать ты карлик. А зато на ноги удобно срать. На свои, На любые. Странно, что за ним тоже не играет. Он на туре слишком маленький, пиздец. Говорю, как Мы мы... стильно пойдем на легенде или как? Как моя пятка, блядь, ебаного. А, мы легенду не можем запустить. Чего? Я маленький, скорее всего. Да, Ну давай максималку запускай по самому. Что, самую жопу? Выживалку? Выживалку, да, давай, выживалку, блядь, пошли там, блядь, печатка, блядь. Если Андрей, блядь, этому обоссанному А. маленькому гному, блядь, на ноги насрет, то это все пизда, нахуй, блядь. Да, нам Ты похоронят, блядь. тупо утонешь, нахуй, в этом говне. Можно на катаклизме запустить. Да, Кого? нахуй, блядь. На катаклизме. У меня, блядь, в очке катаклизм случится, если ты его запустишь. Ага. Поехали на воителя, пух. Выпускайте Кракена. Но на воителя мы проходили. На воителя, ну мы вдвоем проходили. Сколько Да. нас? Мы на легенде попробовали. Я сразу сказал, что нас на рецепте, блядь, похоронят сразу. Ну, по сути дела, так оно и произошло. Там могу дохуя, да. Там просто сходу хаосы, блядь, все тролли, блядь, вот эти все монстры, какие были, все пришли. Обосновали жестко, ага. Ну, я бы сказал, очень жестко. А, кстати, ты Максима снил, да, Battlefront? А, у тебя Да. стоит, не? Ты не ставился? Я приобрел игру, но не скачать не скачу. Долго будет. У нас На у ночь троих уже поставлю. просто стоит, мы опять тебя ждем. Меня? Да? Как будто часто меня ждете, блядь. Я, кстати, вчера Серег попробовал за снайпера поиграть, мне больше понравилось, чем за пехотинца. Плюс у него проблема была в 12-м DirectX, на 11-м FPS больше призов нет. Но в целом как-то, блядь, не до Battlefield, блядь. А, Battlefront, да. вы эту хуйню запустили? А это же ништяк, кстати. Ну, уже было. Ну, а там техника мне просто интересует, вот пульт шо там. Серый, мы на каком Это на проходили с тобой? балансе. На воителя мы проходили. Понял тебя. Единственная хуйня, это вот всякие джедаи, маленькие эти уёбки. Да. Это пиздец. Ну да, есть такое. Че, Двух может тогда дамажек это? больше, чем лазерган, блядь. Мужчина, блядь. Да. Может завтра проверим тогда этот Battlefront? Да можно и сегодня. Мужчина. Не, да, на секунду еще не докачал. А, вот же там, да. У меня там 20 тысячелетий, блядь, качает. А мобильный интернет, не, тоже говёный. Если Ну я не проводной, знаю. блядь, хуже, то мобильный. Не, там, типа мобильный бывает сильно быстрее, это вот. Ну ты, кстати, проверь когда-нибудь раз какой-нибудь этот, по идее, меньше пинга должен давать.
Там же этим переадресациями, блядь, хуя. Хотя хуй его знает, как оно там. Там пинг меньше не будет, там будет сильная скорость закачки скакать, скорее всего, но максимальная скорость может быть выше сама по себе, потому что там 4G сети, если есть. Да ты не толкайся, Слава, я тут стою, иди да отсюда. Ты, блядь, маленький, пиздец. Блядь. Пошел ты нахер. Сука. У меня хуй больше, чем, блядь, весь твой рост, нахуй. Да хули ты за мной ходишь туда-сюда, я и он за мной ходит, блядь, ебаный урод, блядь, ебаные педофилы, блядь. Спешл, по голосу тебе не 9, так что... 10, блядь! 11. Вот, красивые идут, глянь. Оп, не дошел. Ой, простите. Никто там, блядь, в спину сунул. Это я тебя ебанул. А, ты, кстати, Слава, аккуратно. Серый будет стрелять, будет больно. С нами данчика нету, не надо, блядь. Данчик всегда по своим хуярит. Ну, я топоры не взял, я поэтому стрельнуть тебя не смогу. Ну, а что за песни? А где все? Мы прошли эту игру, да? Ну почти. Я пошел на разведку. Вон, бегу. Ну, въебло, сука. Нихуя, видишь, блядь? А им у тебя все в порядке с имем. Лови! Что-то я помню, последние катки в Таркове. Квадрат на пол экрана, блядь. О, чё, последние катки в Таркове я неплохо стрелял. Если исключить тот день, когда у меня сколько там, 5 смертей подряд еще и выбрасывал, и вообще у меня жопа горела, отъебнул удлинитель даже. Но это тупо черная полоса была. Ну, это бывает такое, да. Там хуйня какая-то. Да, ёпта, где-то даст, вот там. Ну, идет, блядь. Тут, блядь, засрали все, что можно. А ёбать. Я говорю, тут кто там, кто-то срет, как... О, хаос, мать! Их женщина. Хотя не точно. Бью всех! Один хаос, да? Какой ты, блядь, я уже третьего получил. Ясно. Суки. Бесит. Блядь, я даже на ящик. Ты чё ты к ручке не дотягиваешься, блядь? Дайте ему руку кто-нибудь, блядь. За бороду вытяните. Пусть это как его подпрыгнет, ему под жопу пинок и летит. Да, за ластика у них все, блядь. А я, больно. Слышь. За родину, за Сталина. Нихуя себе, блядь. Что у вас там, блядь, сбоку кто-то дамажит? Блядь, ну чё, охуели, уёбки, блядь. О, звука полезла. Больно. Что там? А, кричат страшно. А-а-а! Мне пизда, мне пизда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, блядь! Да ну нахуй, бегите, парни, блядь! Что это, блядь? А я... Сука, он меня не чувствует! Да ну нахуй, ничего, блядь! Блядь, меня тоже, пацаны! Она жрёт! Ай, меня поймали, блядь! Блядь, серый, как обычно, нахуй, продал всех, нахуй! Дебить! Пиздец, она меня... Как меня эта шляпа сожрала? Вот и проиграли. Ясно. Бля. Чё, Серёг, как обычно, все разбежались, кто хуй знает куда, и перестреляли. Ну, вниз спустились просто. Как обычно, эта тварь запрыгнула на нас. Это за лук у меня кинул там на костяшку, я полетел, блядь. Это в воздухе тебя, да? Оп. Угу. Ловлю пас. Обидка. Обидка была. Да. Бля, чё за голубь у меня на голове в натуре, блядь? Чё это за хуйня? А, я думал, это лидер в лобби только, блядь, с этим голубом. Я тоже думал, нахуй. Может, ты аватарку просто себе такую дебил поставил? Тут не знаю. Или просто из-за этого тебе оружие не повышается по левелу, потому что у тебя голубь на голове. Птичка насрала. Сука. Ну хоть не на ноги. Ну, если бы на ноги, то было бы было. Ты бы утонул.
Оружие поменял, не? Да, что-то более кучеравое. Стрелковое, я имею в виду. Нет. Зря. Шестисволку надо брать, хорошая штука, блядь. Нет, знаешь, что понравилось? Нет, я экстрасенс. Так вот, как только я с видео уволился, всякие уёбки с банков перестали названивать. У меня так что есть подозрение о том, что там даже не пиздят данные, а тупо им видос продает, блядь. Ну или кто-то из сотрудников. Возможно. Только с банков звонят или из БАДов со всей хуйни? Ну, звонят типа всякие коллекторы и прочая хуйня, я, правда, ни разу так не видел. Ну а чё? Мы поговорить с незнакомых номеров вообще трудно. Я очень люблю с незнакомцами разговаривать. Это что ты запустил? Что это за хуйня? Вот увидишь. Тут молнии. Но... А я с незнакомцами особо разговаривать не люблю, не знаю, типа о чем ты разговариваешь. А что ты с Максимом всегда разговариваешь? Ну он-то плюс-минус знакомец, его сюда Серега привел, представил как плесень, я такой, ну будем знакомы. Ну да. Плесень! Старая хуйня. Окаменелость, блядь. Лужа ебаная, блядь. Что это за... Донбасского бассейна, блядь. А что это за карта, блядь? Я что, блядь, в первый раз... Да, я играл в эту фигню. Да, еще. Да, а я нихуя здесь не был. Сейчас мы провалимся. Все, герои должны быть вместе. Я тут Полетели стою. Упа, дверь со скрипом. Пизда нам. Открываем. Да, блядь, быстрее нам. Бля, там золотишки сколько... Ебать. О, страшно. И шо я там гуляю-то? И чё мы... А где дверь? А, тут сейчас посыпется, да. Нет! Ну чё, здоров, мужчины, саны. Бля. Хаос, да? Нет, иди не сюда! Я понял тебя. Блядь, ещё один. Ебальник, сюда, нахуй, подставляй, блядь. Да всё вы с ним играетесь, блядь. Вот дверь открыта, да? Выходите. А мы на воителя, да? Нет. А, да-да-да, на воителя. О, здорово. Бомбочка где-то была. Ах ты, сука. Здорово, пацан. Ах ты, ублюдок. А я, блядь. Сука. Я думал, кого я проебал там. Я заблудился, сука. Там нет, костяшка бежит всё. Ну я какой-то бутал. Да, блядь. Ясно. Я хотел ей в ебло дать. А там что за дверь? Блядь, о, а мы с Славой наверх пошли. Вы там на низ, а мы наверх. Хилка. Бомж с дробовиком, ебать. Хилка надо кому-нибудь, да? Да. Вот. Мужчинки. Нахуй она нужна. Блэйд, видели фильм, да? Помнит фильм Блэйд, да? Блэйд, блядь. Уели. Решу вам принять, да. Спасибо, да. У вас сзади два или... Спасибо, Серый. Спасибо, братуха. А ты низкий ходишь, я не видел за ним. А ты в голову им стреляй, не мне. Ну так я тогда, по идее, допрыгнуть в принципе не могу. Тебе не надо прыгать, тебе раз позволяю находиться на их уровне. Да забей на эту перхоть, блядь, Серый. Похуй, стреляй в него, блядь. Ой, я так и делаю. А я больно. Больно. Больно, очень больно. Очень больно. Ай. Жопу всех. Бля, это откуда вы, суки? Кто это? Здравствуйте. Здрасте, кто бы ты ни был, да. Ой, я... Что вы делаете? Что это такое? Мы месим крыс. И не только. О, бомбочка и бухал. Упс. Так, а что я, слышь, а как вам подняться? Я было свел. А я, блядь, ты че? Хорошая реплика. Реплика отличная. А это вы в кооп играете? Да.
Там типа, эти стрелы валяются, кому-то надо? Похуй вообще. Коварный эльфийский разум невозможно постичь, она решила стоять меня сейчас. Развернись этот, кто-то там сзади. О, ебать, здорово, брат. А, это Андрей. Как у меня дом выглядит? Хорошо. Ты да, как через дверь? Я не знаю, как спрошу. Ха! Скоро дверь, блин. Ну там хаос стоит, целых три штуки. О, че, ебашим их? Пойдем. Где они стоят? Далеко, да? Бля, контакт! Контакт? Контакт, нахуй! Да ты убьешь, может, Серый? Ну хорошо. Нет, я их убил, не заметил? Нет. Спасибо, блядь. На, сука! О, еще чашка. О, хилка. Да, да. Тебе нужнее. Выпью соточку. А где бочка? Бочка взорвалась. О, тильт. Он за серым, наверное, сейчас затильтует. А, сейчас портанет. Бля, блядь, два рифтера. Здорово! Зажесало этот тиль. Там зелье стоит. Ясно, блядь. Сука, вылез. Куда ты, блядь? Блядь, типа распидорас или просто не зашел. Ну, ты всего лишь появился. Двери вам. Стоит еще на зелье. Гримор. Че, прикольная игруха? Ну, весело. Медитативная, я бы сказал. Выключаешь мозг и бегаешь. Да. И как молчишь. Это, да? Молчать не обязательно, но... Ну, вот вчера мы шли, резали, пришли, молчали, там раз в минуту реплика какая-нибудь звучала, и все. Нормально. Так, а я? А мы же... Лес, лес, лес. Мы, по-моему, блядь, это... Нахуй. На! А вы никого не забыли? Все нормально, мы идем. Сука. Тут скорее ты никуда не торопишься? Тиль-тиль-тиль. Все, он умер уже. Ясно, блять, кувалдой в лоб прилетело. Больно, бля. Блять! Ты чё, блядь? Я, блядь, стал пиздануть. Э, блять, нахуй. Да всё, ты вы бросьте меня, бля, по очереди. Там взяли, Серёг. Патруль. Кто там? Бля, помогите. Помогите? Где ты? Так, давай. Да ну ехали, нахер, блядь. Отряд ко мне подошел, мужчина, блядь! Мужчина! Блядь, мужчина! А, хорошо, живи, я живи. Я уже... Да я чё, я говорю, сюда, на. Вы ничего не слышали и не видели. Бля, больно. Ясно, хаос там нашёл, блядь, уже. Больно. А, я другую. Ясно, блядь, кто гранату в меня кинул? А, как же больно. Конечно же, отряд должен был выйти на меня. Не, это ты на отряд вышел. Гранату кидал в толпу уёбку. Чё ты в толпе уёбку делал, а? Так он, наверное, прижит к уёбкам. Суки. Значит, граната знала, что делала. Пять чашек нашли, блядь. Пацаны, а чё я тут один делал? А я не... Подожди, мы здесь уже были только недавно. Я вот этот сундук открывал. Андрюха, развернись, посмотри назад. Блять, заебали, блять. О, серый пришел. Красоточка. Блять, у вас есть время пожариться. Поджариться? Поджариться. По-моему, Андрюха, нам сюда. Блять, ну. Да вот сюда, глянь. Да я понимаю. Ну только пошли, они уже ступняк там где-то тут тусуются.
О, тильт. Вот тут где-то. Слава с Серегой так жарится, что если между ними положить тост, он подгорит, да? Совершенно верно. Загорит, тильт, тильт. Пепел обратить. Подожди, здесь где-то... Оп, есть. Ебись, дай полечиться, сука. Колокольчик где-то, бля, там. А, нету. Яйцами трусит, вот он. Блядь, подожди меня, ты лысый хуй. Хуя ты. Нахуй я сюда свернул? Я правильно? Да нормально, нам, по-моему, сюда идти и надо. Тебе нормально спиннинг 200? О, вообще нормально. Ах ты ж сука. Хаусы. Больно. По жизни 200. По жизни 200. Ну, 100, главное не 300, блядь. Да? 300 это отсоси у тракториста. Да, автоматическое просто. У виланчелиста. Кого еще там можно отсосать? Аквалангиста, блядь. Аквалангиста. Вортиста, ебать. Вортиста. Джедай, ебаный. Батиста. Нет, Батиста. О, хилки, блядь. О. Мотариста какого-нибудь. Мотариста, да. Гитариста, ебать. Гитариста. Пианиста. Да и да блин, заколебали, хаос, уберите. Ах ты ж, суки, блядь. Я не понял, что это... Я ничего... Что? Это Андрей, ты насрал, что ли? Андрей, блядь. Андрей, сука, насрал. Что-то я и думаю, что у меня по самые эти... Да, блядь, домашние эти твари. Я ничего не вижу. А? Мне пизда. Нам всем пизда. А я этого тролля один буду хуячить, да? Да у меня тут со спины мутузят конкретно, очень сильно. Да он, блядь, опять заблевал мне все, блядь, я нихуя. Где я? А я... Понимаю. Не, осуждаю, блядь. Помогите. Рубите его, я из этого пока подниму. Давай. Оп, хорошо. Больно. Главное, чтобы не блеванул опять в меня. Фу. Что делать, если сильно больно? Вот это пизды. Ой, ну чаки. Забрал. Ну, Дрюха, а что-то у тебя с хп? А, Сережа, у тебя тоже что-то с хп. У меня ебало помятое, пиздец. Нигде ничего не валяется. Опаньки, фолиант. Так, у нас есть... Две книжки у нас есть, если что. Где-то на суетели. Здорово. Здорово. Раскидку знаю, смотри. Опа, слышишь, Дракула сейчас появится. Раскидка, Слава. Кинул смог куда-то. У меня молик есть, если что, Слава, подожди. Я с моликом иду, пацаны. Не в меня, сука. У меня молик, братан, но только тут надо такой, с задержкой. По-моему, я сейчас убью тут. Ты? А тут босс, да, или что? Да, сейчас будет. Я держу молик пока. Да, босса нам не надо, нам хп надо. А тут больше будет. Ну перед боссом да. Обычно хп появляется какой-то. Не. Оп! Да, вы там сами разберетесь, спасибо. Так, хаешку взял. О, хилки. Хилки слева. О, нормально так. Отлично. 100 грамм. Ой, блядь, чё, хилку спиздили, блядь, все попиздили, цыгане ебаные, блядь. Ты патроны взял себе? Я-то цыган, но... Цыган. Хуй знает. А-а-а, я вспомнил, блядь. А я, по-моему, здесь тоже появлялся раз. У меня хаешка есть, если чё. Серый, ну ты же дамаг продавал. Блядь, а есть, серый? Ну все, тут глянь. Слава, вот он, главный тильт появился. Вот это когда тебя полностью жопа сгорела, вот такая вот тварь появляется. Хаи дал. У него хп не уходит. Сука, блядь, только хаешку зря потратил. Ой-я! Что это было? Гля, сразу с одного удара пол хп уходит. Че он играет? Дом плюс, хуйня этой. А, так это он, блядь, сука, гондон. Вот он.
сука, рипер ебаный. Так, подожди, в светлое или в темное надо стоять? Понял, да. В темное. Нет, блядь. Ты еще добеги до этой темной. Да, блин. Пиздец его, нахуй. Так, я пытаюсь, блядь, но мне же подойти надо. Нормально, да, такой? Было бы зелье, зелье, нема, ни хера. Все, он не дамажит, да. А хп нет. Заскриптован, скотин. Серого слава, аккуратно, эта херня стреляется какой-то дрочью, блядь. Когда она попадает, можно посреднюю убить и у нас один есть, опа, вон он появился уже, герой. Там он дамажится сейчас или уже нет? Ебать как, ебут. Вообще, сильно-сильно. Блядь, ну сука, ну надо же было ему исчезнуть. Пизда. Ой-ой-ой. Поднимите мужика. Да пытаюсь, блядь, подойти. Сейчас, мурик. Это какой мужик? Где ты мужика тут? Ой-ой-ой! Пол это лава, я и рот ебал. Пол это лава. Машине русских. Ай-я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 й, понял. Нет, блядь, что ты за хуйня в меня попала? Ты че упал опять, блядь? Да, меня убили. Или я не знаю, блядь. Я шел, потом раз и не. Сзади, слава, развернись. Блядь! Да ясно, блядь. Да! А, твоя душа принадлежит мне, блядь. Один, ресните меня кто-нибудь. А у меня фокус не надо. Ясно, блядь. Кажется, охуенно потом. Я появился. Да че он меня бьет, ты ему? Не, не тебя. Блок. Теперь не блок. Блядь, опять меня вырубили, все. А, так, один кто-то живи, двое живи. Я все, ребят. Сейчас ждите, блядь, мы сейчас появимся. А у меня теперь в фокусе, то он меня вытолкнул на горящую хуйню, и я вообще всю хилку, которую я выпил, он мне за 2000 отдинул. Блять, там хп у него нихуя не осталось. Меня как бы пиздят челики, ну... Во всем Максим виноват, блядь. Да не, ну он вообще меня, я, блядь, ты меня поднимаешь, этот меня хуярит вообще с карты куда-то вылетает. Я понимаю, что маленький футболять. Я говорю, я выпил хилку, типа, он меня начал фокусить, он меня ударил, и отлетаю на огненный круг, этот круг взрывается, я улетаю опять через карту, нахуй, уже хп нет. Да, это комбо, братан. Я понимаю. Вот тебе гетовер хир сделал полностью. Я его там долго пилил в спину, конечно, но потом вы попадали, я такой... Хотите сказать, что я так потел ради одного кружочка, блядь? Я из-за трех потел. Мне вообще похуй на эти кружочки, блядь. Ну да, у тебя их нет. Потому что никогда не бывает уже забил хир человек. Даже если бы были, типа... Ты что, её же пробовал или чё? Да-да-да-да. Я сейчас, бегаю мечом, подожди. Машу, мне вообще поебать. Подожди, я, блядь, а, ну ладно, принять же могу, да? Я пока в круг встану сейчас, сейчас подойду. Собирайтесь, девки, в круг, да? Так, я топор возьму, наверное, блядь. Ну, топором я не так быстро отхлобучу. Ну, ты думаешь, тебе дадут с собой взять, да, вот эту штуку? Вот ты прям уверенный, да, что можно набраться хилок, там всякой херни, блядь. А, ну братуху взять, да, это святое. Ну да, без братишки на дело не ходит. Это мой друг бревно, да? Это моя девушка, блядь. Она такая же деревянная. Я, кстати, смотрел «Разрушители пословиц», они там доказали, что в постели как бревно, это скорее комплимент. А, даже так? Ну, типа, смотри, бревно никогда не будет против твоей затеи, у вас с ним общие интересы, и, ну, в целом неплохая совместимость. А еще у него есть, кстати, иногда еще бывает сучок. У бревна. Так что тут такое дело. Это уже на любителя. С сучками, бревна, без. Или с дуплами, да. Так что в итоге они сказали, что ебать. Бревно нормальный партнер, не надо пиздеть. И женщина, как доска, тоже хорошо. Вообще нормально. Тогда получается. Вообще отлично. Главное, душа. Сказал идиот, да? Я хотел тебя перекрестить уже, блядь. Царствуйте небесное, блядь. Здоровье погибшее. Ну, главная душа. Вы духи бесплотные, да?
Слушай, а тут динамика, реплики такие деловые вообще. Конечно. Слава, прям ну, такое ощущение, что это не ты разговариваешь. Там говорит, нужно действовать осторожно. Это, блядь, вообще не про тебя, блядь. Придурок ты ебанутый, блядь. А Слава, он, наверное, это, нет ума, штурмуй дома, да, блядь? Типа такого-то. И вот тут серого там сходит. Какое неожиданное начало. Капитан, очевидность. Глянь там сколько всяких ништяков, блядь, в той комнатке. Нет. Так, если что. Канта! Канта! Бандероль туда. Ай, 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 фу, 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 гадость. Ай-яй-яй-яй, больно. О, твои клиенты, Максим. Да, сейчас я их, блядь, похороню, наверное. Хочу еще, блядь. А, блин, заметит же, скотина. Блядь, я на нее смотрел еще давно, ну ладно. Там сбоку еще. Эти зелья, если что, хватайте, этот, суть. Я не удивлюсь, что... Опа! Дагестан, пацаны! На, нахуй. Фу. А, блин, я подумал, надо Дагестан в этих... Балахонах. Как истинные ногчу. Ничего там нет, сер. Слава. Что-то есть. Фиолетовый это что? Где? Ульта. Ульта, да. А, ничего себе. А, слышь, ты ее не трать, а мне, если что, скидывай, я на монстрах, блядь, мы их хоронить будем. Я тебе его передам. Да, их собирайте, эти зелья, я подниму дамага в нашу, блядь, вообще в гору. У меня есть желтая, кстати, тебе надо? А какая разница мне, блядь? Они же у меня все действуют сразу. Да, универсал там полный. Фулл фарш дает. Да, Мюсера! Хорошо. Томиган. Ой-ой-ой. Что за хуйня? Ебать, меня хуйня натыкала в спину. Ты чё, уёбок? Ай-яй! Пацаны, блядь! Мне зелье надо. Пацаны, нет, нахуй! Серый, дай мне зелье. Дал. Ну, пидор, блядь. Иди сюда, блядь, он. Хорошо. А, блядь. А, ясно, больно. Я кое-какой живой. Слышь, а вот там за вот этой фишкой хилки лежат. Как ее забрать? Или не хилка? Что это, хилка, блядь? Вон там валяет. Это анализы, блядь. Фильм Блейда. Бля, тут мертвый Скавин флексит, смотрите, что делает, жопой тверкает. А, я видел это до этого, да, у меня тоже было такое. Но сейчас у меня нету, типа он просто лежит. Оно до этого видела. Вчера, а что ты в этой крысе пинчекрет-то расстреливал? Чего? Да там вон у крысы болт подстреленный был. Сзади а тебя, почему серый. У них нет яиц? Серый раз. Большие яйца всегда. Яиц. Ну типа реально, у крысы же большие яйца из-за того, что они... Слава, где-то есть. Нихуя себе. Бля, ну... На. Спасибо, эй, блядь, Максим. Давай, давай, а вон там, вон хилка, вон в сундучке. Ты, кстати, тоже можешь помечать на это. Хилки, хуилки. Если там аптечка, Слава, бери аптечку. А, блядь, ладно. Тут, ребята, бочка так. С крестиком нарисована. Максим, тебе аптечку надо, да, смотри, на. Аптечку Славе отдашь, он и себя, и меня выхилит. Я отдал там, я ебу, разберусь сами. А, ладно, это хуйня. Вот так, бочка есть, говорю, блядь. Блядь, миниган, сука. А бочка это хуйня, она нам хуйня вкрылась. Ну, только если ты ее подстрелишь в воздухе, Слава. Он за эфир дал, короче, мы нормально. Ага, блядь, да, попадись нахуй, чтобы... Хорошо, а что, не повалёшь? Там нет. Еще костяшка, по-моему. Не, у меня хуйня хуёвая. Арбалена. А, он сверху был. О, там челик крутился с руками в сторону. Да, это, этот, в контру переиграл, а ФК решил постоять. Говорит, команда дебилы, блядь, ну и срать мне. Я рот ебал, с ним играть. Это, вот эти педики АФК постоять, команда дебилов, они педики, сука. Крутиться там. Осуждаю, блядь.
Да в смысле, блядь? Если ты такой охуенный игрок, возьми и вытащи. Не можешь, ну и пошел нахуй. Такой же дебил, как и Дауны с тобой, блядь. Выебывается он тут еще, блядь. Богорожденные суки, сучий сын, блядь. Так, бочка есть, бочка. Бочка там серая. Так, а что, зельев нету, да, больше? Чашку вы... Ты долго с ним играться будешь? Бочку донесите только. Я там ее скинул. Она тяжелая, я не могу. Ты ебать лысый. Ты этот, One Punch Man. Сайтама. Чеши, это даже эта тварь здесь появилась на нас. Ай-яй-яй-яй-яй, бля, как же больно, больно. Больно, больно. Хорошо разлетелись. Ребят, спину зачистите мне, ребят, пожалуйста. На, держи, пожалуйста. Только почухать могу. Спасибо. Да, я. Где ты, тварь? А по поводу, кстати, долго играться, у тебя 35 уровень, а у меня какой? Даже 15. А, нет, 15 есть, по-моему. Ну, это уже другое дело. 14, блядь. Я напиздел. Хуйня где-то. Там ща пацанам будут лапать за попу. О, у меня книжка появилась. Тут книжка есть, ребята, заберите, плес. У кого? И книжки уже нету. Тут книжка есть, фолиант. Дай хилку. Там сзади пулемет. Сейчас разберемся. Ебать, он зажимает, как Даня, блядь. Подавляет вообще. Подавляю! Я подавляю. Наверх, может, пошли? Не туда пошли. Бля. А, не туда вы пошли. Я наверху походил, там тоже ничего нету. Нет, туда нет. Аю! Сатырник! Поджопник. Так сразу пол хп, как с куста. Вообще пиздец. Ах ты, сука, смотри, блядь. Между ног выстрелил. Между глаз, только чуть выше. Мне показалось, как будто, знаешь, между ног. Ну там, смотря с чего роста ориентироваться, и так будем быть. Ты шо, да хуя хаос, или шо, блядь, сюда нахер. Ой, бля. Больно, да. Нет, а потом все же дольше хаоса долбишь. Мужчины, тут ваш калибр. Смеется, блядь, где? А, ты за это животное? Да, он довольно живучий. 4 удара. На кувалде 2. Неинтересно. Ассасин. Не, это чит. Да, это чит. А, извиняюсь, я что-то залип. Причем такой, который портуется. Вот он. Ну, меня стрелять не обязательно было. Подзатыльник сейчас получишь, Максим, блядь! Сам выберу просто. Подзатыльник, да я с сундуку... Они что-то от меня хотят. О. Дебилы, блин. Ребят, но ключа нет. Парни, я занят. Ясно. Вот еще один, блядь. Сзади где-то полыхает. А ща, блядь, ты мне насувал, сука, слава. Тильт. Думал, не замечу, да, блядь? Сука, думала. А тильта не убилишь. Не, убили. Обоих пришел. Бля, подожди, куда мы идти вообще? Мы отсюда пришли. Стоп. А, дверь. Слава, ты друзей позвал? Да. А, Слава, не уходи, мне страшно. Ты как, блядь? Стреляй, Слава. Стреляй во всех. Да я кружки хочу заработать, блядь. Стреляй топором. Хватит, 13к раз в жизни насобирал и хватит. А как туда пройти, глянь, там все ништяки вот там лежат. О, бля. Что-то как-то несложно было. Этот с яйцами идет где-то. Сзади вас? Нет? Нет? О, кубок. Бомбочки. Кубок. Добро. Кубок. Буханем. Можно. Так, у нас стаканов уже 5 штук. 5 стаканов есть. На пятерых можно же смело. Ой, хилочка, пацанчики. Вот эту хилочку... Выпить. Обославе отдать. Я могу выпить геймплейна. Не-не-не.
Слава. За это вот он. И вот он. Хаосов очень много. Ну, сейчас, как будто это проблема. Вот этот дебил. Давай бачу. Давай, я за бачу. Не-не-не-не-не-не. Чё там? Ох, ебать, не ебал размяли, блядь. Забайтили, блядь. Закайтили, блядь. Кай. Тут меня хаос пиздит немножко. Да, блядь, мне тут не только хаос, тут все кому не лень пиздят. Сейчас я чуть расчищу, я тебя подниму. Сам подниму. Спасибо. Сам поднимет. Слышь, а вот здесь вот должна хилка быть, я отвечаю. Нет. Слышь, нихера там тильт, да? Не, не вижу. Тут фиолетовый. А что у нас? Тильт! Слышь, ты залупа на старом, я тебе говорю, вот фиолетовая хуйня. Я уже забрал фиолетовую хуйню. Ну там вот, по-моему, должна быть аптечка или какая-то еще херня. А что он сюда лез? Ну, сумасшедший. Целоваться хотел. Ну ты ему объяснил, что он не в твоем вкусе. У него голова отлетела. В чем кричит? Слабо кричит, да? О, бля, не-не-не-не-не. Да-да-да. Абас. Абас, блядь, ты что? Аю, Абас. Эй, и только ульту потратил зря. Вообще не интересно. Так костяшка где-то. Две даже. Две. Где они там? Патроны. А, спереди. Понимаю, выстрелил и похуй. Криво стрелял. Под контролем, да? Я не вижу. Еще одна где-то тварь. О, тильта вижу. Там хилки не уходят? Слава, возьми вот эту хилку. Подожди, я занят. Сейчас. Ага. Уже не могу. Блять. Серого хиль вот этой хуйней, блядь. Какой, Андрюха? Блядь? Андрюха хиль, серого похиль. Просто если б Слава похилил, то он как раз и ему. Спасибо. И тебе. Андрюха. О, это мое. Блядь. Сука. Не, вот эти ебани отдавайте с лысом, блядь. От него толку будет. Иногда. Хоть какой-то. Так-то он, конечно, бесполезный, но а так... Спасибо. Не, ну братан, я ничего, как всегда, знаешь, я... Ну как обычно, да. Дверь выламываешь. Чё вы? Здорово, мужчины! Ох, как хорошо-то, а. Вот хорошо, так работает мясорубка Ясно. Бля, не взрывай! Это... Она уже подожжённая была. Там же Слава проходил мимо, я что-то так и думал, что она что-то такое случится. Здорово, пацаны, чё вас так много, да? Медленнее он начал шевелиться, раньше быстрее мой глаз. О, ясно. Еще один, блядь. Сука. Ассасин. Слава, с кем там это играешься? Ну, был один. Патруль тут где-то. Газовик еще где-то сзади. Грузовик? Газовик. Понял. Грузовик, да. Газон, блядь. Маленький звук. О-о-о-о. Вот это моё, бля. Это тоже моё, бля. Так, а что у нас с аптечками? Это же сейчас монстр уже будет, да? У тебя ничего не осталось. Старый. Я могу скин... А, ну ладно. Вот эту хуйню с собой возьмем. Боеприпасы в центр как бросить потом. Да? А у меня это, меж не кончается, не помню. Макс, он в лицо попадает. Да. Там ульта сразу тебе 10 стрел дает. Короче, вы деритесь пока, я эту штуку проберегу, блин. Подожжем его. А на основном в центр ставлю потихоньку. Там, блядь, ее ж бросать, там где Слава проходит мимо нельзя. За это прыгать. Хе, братан, я букву принес.
Давай поговорим, что ты, бля, начинаешь, да? Кубки у нас есть, все есть. А я, блядь, не... А я сзади, блядь! Да они тут со всех сторон. По два держимся, ну их нахуй. Слава, я щиты ломаю, ты мелких дрочи, блядь. Ага. О! Подбивай, подживай. Хорошо. На! Лови, сука. А я, бля. Ой, оп. Тихо-тихо. Эть. Следующий круг. Чё-то ебало, проебало. Да тебе, уёбок, нахуй. Красили нахер. Ясно, блядь. Ушёл в тильт. Давайте вчетвером, а то ещё главное. Да-да-да. Там сейчас какая-то херня же, блядь, выстрелит. Серый, мелких убирайте, я здоровых дебилов, блядь, разве завафлю. Ой, он какой-то злой. Что-то ему не нравится, он недовольный какой-то. Так как я тут... Нет! Оп. О, ебать, я выжил! Нет, нет, блядь, только зрители. Капец, я задолжил его. А, да изи катка, блин, тоже мне, блин. Даже не почувствую. Слава, к нам подходи. Блядь, уже вплавь. Ай, я. Смешно ему, блядь. Не, смотри. Здорово, это... брат, блядь. А вот сейчас, блядь, аккуратно. Конечно, на меня. На кого же еще, блядь? Пытаюсь, брат. На слабых, на женщин только и может, сука. Блок, блок, Андрюха, делай блок. У тебя а щит я... есть. А я, блядь, джагл ебанул. Ой, ё, я. Да ты че, сука? Бейте его, бейте, мужики, мужики! О, блядь, не болит, меня отрывают! Ребят, давайте чуть-чуть, один раз! Чуть-чуть кните, ух ты, не... изи вообще! Че, вопросы, да, ублюдок? Тебе продолжать, помарали? Да я пошутил, я живой. Я тебя вообще просто понял. Давай типэк. Ясно. Слава, это как твой пукан, блядь, буквально. Да вообще, блядь. О, бля. Забавно, я наверху, а ору снизу, блядь, почему-то. А чё нажимать-то? А, вот. Ну, уже ждём карлика. Слышишь, ну смех зловещий, это, конечно, блядь, шутка. Андрюха, не отставай. А, на. Кому там хил? Нет! Закрылось. Я лечу. Пью. Сюда идите. В соседнюю дверь. Ах ты, гля, что делают, Слава? Сука, мурует. А я... Сюда иди. Что-то далеко покидать вообще-то замок. А... Спасибо, мы да. Кого-то... А, чуть не умер, да? А я... Ну всё, блядь, бегай, бай, сука. А я, блядь. Ах ты ж, сука. Блядь. Серого замочите, блядь, быстрей. Ну чем, блядь? Это у меня перезарядка 20 лет, нахуй. А, ну еще же ворота есть, бля, я все забываю за них. Логово драклинателя. Е-бой! О, я пойду как раз собаку. Слышь, а мы на легенде зерно сможем пройти? Ну, мы проходили с тобой. Легенду? Ну, да. Мы ее не проходили, мы ее пробегали. Ну вот, и мы тогда не толпой же были, кажется. Да, мы вдвоем были. Да, с тобой. Слышь, а у нас же одна книжка была, куда она делась? А кто-то упал, видимо, да, с ней. У тебя вроде книжка была, не? У меня не было книжки. Интересно. Ну. Мы от монстра, когда въебывали. У меня была, я падал. Ясно, блядь. 8500, я ж тебе говорю, 13к, блядь, нереально набить, сука.
Это на воителе нереально. На легенде вообще запросто, там столько мобов, что, блядь. Ну на воителе 13,5, блядь, на 13600 петушара, блядь, нахерячил. Я не знаю как. Я пошел в эту собаку на кормить. На этом персонаже я не понял, как я это сделал. Я еще что ты с собакой хочешь делать? Ты бесит от нее, и жить, и жить. Да он кушать пошел. Ха-ха, кушать. А я думал, сексом занимается. Ну, одно другому не мешает, как говорится. Жарит ее с обеих сторон, да? Ну... У меня есть же 4-й клубер, и открыт на него этот костюмчик. Но я не могу получить, потому что написано «Купите, блядь, дополнение, сука». Да, блядь, да надо. Чё за хуйня, блядь? Какого хуя? У меня щит текстурку уходит и рука. Да. Чё, зерно пойдем? Да, сейчас подождем этого дауна. Надо 415 сил героя, чтобы легенду запустить. Ё, блядь. Ах ты, блядь. Тут видишь, замуровали, кстати, одну вот эту хуйню. А, там же было, да, что-то? Проход? Да, там мины стояли, ну, гранаты. А что, замуровали? Ну, туда еще можно было пройти, вот тут, но тут тоже замуровали, не знаю. Слышь, сэр, я так и не решил ту хуйню. Какую? Ну, помнишь, я тебе еще аккаунт давал, чтобы ты решил. Ну, медальки пас. До 300 там. Да, ну, короче, я так понял, надо просто играть, и оно само у тебя появится. Понял. Ебать тут старушка с этим манекеном развлекается, пиздец. Здорово. Ты про Максима? Ну, если это Максим, то да. Ну, в жизни он так и выглядит, как та старушка. Ну, она, в общем, толкает манекен. Тут еще черт. Его пиздец пидорасит. Это он собаку-то кормит. Пиздил, сука. Давай, старуха, хуярих. Какая старуха? Тут не, у меня тут никого нет. А у меня тут старуха ходит. Хочешь скриншот дам? Нет. А, у нас дополнение, потому что если у нас она не здесь. Она у нас наверху сидит. И она толкает манекены, короче. Очень забавно. Я не знаю, они у вас дергаются, нет? Так, нет. Я пока покурю тогда. Чушь. Да, я давай. Чё уж. Ёб твою мать, какой ад нахуй. Надо отойти подальше. I'm not afraid to die.
Я Оби-Ван вчера поиграл по роу. Ну как? Ну я иду на типов, а там их 5-6 человек, блядь, и мне просто расстреляют хуям и всё. Просто. Ну там можно у них сил юзать, да, и всякое. Я поугарал с дробовика у этих, блядь, у штурмовиков, когда ты из него через полкарты стреляешь, и челику залетает, и такой, что? Вообще без разброса. Там в упор с ним выходишь, пиздец, так раздать можно с него, это ебануться. Ты не понимаешь, это другое время. Надо будет попробовать. Это фантастика. Допустим. Да. Ну, бэт. Так, а чё, Слава, какую ручку катаешь? КС, вот это вот, всё? Ни в чё больше не играл? Новые попробовать, кооператив Silence какой-то, Доберин попробовал. Ну, со Steam, который. Ну и как? Ну, Доберин прикольно. Своеобразно, но в целом прикольно. Insalins это как 13-я пятница, короче. Только. А, я понял. Только сложнее, типа. О, кстати, тут и человек, который утверждает, что это игры хуйня. А, это я, да, привет. Забалансить. Да. Ну как, эти в принципе забалансить нельзя. Стип хочу попробовать, купил его, но только не играл еще. Стип? Так в смысле, у нас же его, мы его так брали. Его бесплатно раздавали же. Я его не брал тогда. Да?
Нихуя у меня уже этих душ. Где там мразь на хохлебле? Он кушать пошел же. Что так долго? В смысле собак кормить? Членом. По голове. Блин, начинается. Зря ты член сказал, блядь, поверь. Сейчас начнется, да. Ля, смотри, что творит челик, пиздец. Ты что, суп варишь, блядь? А то много суп? Чего такое? Чё это такое, блядь? Где? А, блядь. Души ебаные. Души не ебу. Чё это такое? Улучшите Атонор до второго уровня. Для расширения возможностей своего снаряжения. О. Какого? Этот урод припёрся. Да. Цыган на коне. Ну чё, погнали. Цоп сабе. Ох ты, нихера, оранжевая хуйня какая-то выпала. Ну хоть не старая. Не знаю. Блядь, шо это за хуйня? Мне вообще пустую картинку выкинули. Давай, оттараканься сюда своими маленькими ножками. Да, сюда, на. Агоди. Мужики к тебе вон нахуй. Начинается, блядь. Давай я его, блядь, сейчас понесу за бороду нахуй, потащу, сука. Ой, это за хуйня. Ты чё такой татуированный ещё? Зэк, блядь. Зэк ходит, чё ты хочешь? Ебать. Рот, блядь. Куда же без рубля, да? Ну и с хаосами сейчас сами будете сражаться, я квогу убрал. А чё? А я топор метательный взял. Все хаосы, что кидать буду. Вы не ткатку уже, да? Он по 10к дамага вносит нормально. Хотя всего лишь зеленый. Опять дождь. Но. Идёт, когда дождь идет, блять, хуёво, не пройдешь его. Внутри на ботинок, в ботинок, кроссовок можно насрать. Слушай, а чё эта тёлка такая быстрая? А я, блять. А я, блять, ты чё, куда? Слышь, блять. Охуеть, блять. Синхронно с Максимом, я серого, блять. А у меня Максим. Не, я в серого. Ну ты в меня попал, между прочим, блядь. Ух, хорошо зашло. А мы вроде проходили уже эту миссию, да, серого? Да, эту миссию мы часто проходили. Я тут фармил за эту миссию. Да. Чё ты тут? О, фармил. Ну Сера да. Фармил. Угу. Ну, простая карта, очень быстрая. А-а-а. Да, и при этом... Да, сейчас бы умереть в самом начале, блядь. Ну ты можешь. Это даже ближе, чем тогда. Тиль. Тиль. Нихуя себе парни проткнули интересным образом. Там ничего нет, сэр? Ничего, патроны. Не успел, да? Тиль! Да. Тиль-то убил. Ну, энта. А я, блядь. Книжку возьмешь? Да, вот. Ну так у меня хилка же. Блять, мне пизды дают.
Бля, пошли душу вытягивать. Бля, Максим, как ты посмел бросить Андрея? Вот так? Ебучий берсерк, блять. Это человек с сексуальным голосом, его никогда не забросать. Ну, мы зато знаем теперь, кому хилку отдать. На тебе хилку пить на здоровье. Спасибо, Сергей. Блять. Сказал, как обозвал, да? Ой-ой-ой, а ну, Серый, иди сюда, или кто-то, заберите эту тварь. Подожди, я книжку заберу. Вот эту ебань заберите, пригодится. Я сейчас сам буду гримар брать. Вот они, потому что сейчас полезут. Если успеешься. А ты успеешь, скотина, ты быстро бегай. А ёб, блядь. Домой иди, аля. Андрюха, сзади. Сюда! Почему ты мне говоришь, что сзади, когда мне уже тычка пришла? Ну, когда ничего, чтобы что, блядь. Он старый, Андрей, ты это... Ты думаешь, мне когда тычка придет, я не обернусь, или, блядь, чего нахуй? Ну, это не точно. Вы, кстати, очень похожи, Андрей, знаешь чем? Вы еще даете одинаково. У него был пистолет, раскрашенный в белую розочку, блядь. Ага, понял. Но я это перечисляю, потому что, возможно, вам из этого что-то нужно, блядь. Ну, конечно, вообще никогда не знаешь, что приходить. Нет, я не описываю по поводу розовых, блядь, никаких цветочков, а просто говорю, у челика было то-то, то-то, то-то. Ты мне еще и топором в жопу закидываешь. Вот ты урод, нахуй. Помощник хуев, блядь. Не, ну я помогаю, братан. Блядь. Они разменялись. Выпил, блядь, хилку, стою, бью толпу, мне еще сзади прилетает, оборачиваюсь, там этот топор обратно ловит, блядь. А тут боссик придет сейчас. Ну не факт, он бы уже, наверное, появился. Ну, там не появился, значит, здесь должен появиться. Ладно, я пошутил. А вот я же. Да вот и он. Чё, блядь, ты чё ищем? Пойдем. Давай, Серый, работай, работай, Серый. Поставь её на колени. Кого? О, красивая какая. Чуть-чуть полиганет. Лепить! 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 А, все, мне конец, как. Он сейчас блеванет. Да. Че там, блядь, у тебя проблемы? Андрей, как дела? Мне кажется, надо ему... Привет, давай, да, как оно лежит. Ну, чаки будем забирать, там да, валяется. А вот две хилки стоят на скале, вы чё, бля? А, ну вот забирай. Ёбнутый. Бей по-быстрому обе, шо ж ты, блин, как первый раз играешь? Мне похуй вообще, я хожу мечом. Не слушай Максима, блядь, козлиная месячная, бля. Да вообще насрать. Правильно, да. Желательно на ноги, Максим. Ой-ой-ой, я пошутил, ребята, ну что вы... Ебубу я бахнул на лицо вокруг носа. Чистая инсталляция. Когда срал бы, был бы перформанс, а когда закончил, была бы инсталляция. Маска от угрей. Хуя, с одной стороны двоих положил. Ух ты! И титай. Мужчины тут... Та-та, назад посмотри. А, понимаю, сейчас я хлопанул, подожди, блядь, дай слезу. Иди ко мне, я, бля, их расталкивать буду и будешь хуярить. А я их и так буду хуярить. Ну ладно. Я зелье уебал. Так, ну это кубошнико нет. Ну я, этот обман. Эй, вот аж сколько у вас тут. Ой! Просто из-за того, что у меня персонаж низенький, типа от меня здесь толку, блядь. Да ну, у тебя низенький. Всегда есть толк. Ну. То, что вы на 35-х бегаете, просто... вы все. Ну, дамаг у вас больше будет. Прям. Ну, это пофиг, ты себя недооценишь. Тут дело не в этом. Пофиг. Я тоже так. Единственное, конечно, пассивки там, да, могут решать. Пассивки только решают. А вот эта сила, вся эта. Ну, ебаня, типа, ну смотри, блин. Допустим, вы какого-нибудь там моба тыкаете за раз, а я да, мне ты надо не сравнивай. 4 дать, блять. Ну, допустим, я буду тыкать. Если с кувалда, я передамажу почти любого. А если Серый будет стрелять, он тоже передамажит любого. Слайк, ты пока не перегримуар, давай босса завалим, потом возьмем. А там хуйня, с одним можно же, брат. Ну давай. Это ладно. Легенда. Вторую можно. Убрать. Нет, это не легенда. Ты нам справишься или помочь? Не,
ХП правда, блять. Я ключи взял. Дай хилку сам. Там где-то тит, правда? Да, он возле меня. Лови, короче. Это не тит. Это не тит, да. Да. Вот а вот он тит. Блять, вот только топор зря выбросил. А я слава... Ты че? Ты че? Я тебя только похилил, блин. Два обычных комбо пизды дали Максиму. Ну я бы не сказал, что они обычные были. Давай, Серый, работай, работай. Слава, иди сюда. Подожди. Блять. Вот конченые, блядь. Ты что, готов? Блядь, так не бейтесь вы, блядь. Я же говорил, Слава, иди сюда. Нет! Нет! Отлично. Ну, за гримуаром кому-то другому придется лезть. Не болю. Отлично. Эй, блять, со всех сторон, сука, пизды дают. Спасайте Андрея, Андрей, Андрей, да я толкаю, Андрей. Но они типа Слава, по аптечка кругу слева были от тебя. Погоди, я сам об себе аптечку. Подожди. Где? А... Где? Слева, вообще слева. Вот туда, да, прямо иди. А, вижу, ну что ли? Понимаю. Я же хотел, чтобы ты ее взял, отхилил меня, и потом бы ты бы себя отхилил бы сразу. Блять, сука, две мясорубки бегают. А, рядом стой, Серый, я тебя похилю. А, ты же сотый, да? Не-не. Да, сотый. Так подожди, не тратил бы ее тогда. Ну да, мне временно. Да хотя пошел ты. Я пойду книжку возьму. Где возьму? Да, вы за разные книжки говорите. Ты тут, по-моему, не про... или пройдешь. Ох, ты ж хитрый жук, а я, блядь, вокруг все время прыгал. Кружится над городом зима. Почему здесь свечки издалека, блядь, какие-то зеленые? Когда ближе подходишь, они желтые становятся. Все проделы к Максиму. К фаршарку. Максим Олд Шарка, разве что. Блять, конечно же, надо через меня Шарк пройти, да? Это окунь. Вот так вот всегда вот. Да, да, конечно. Я стою в цели. Говорю ему, Серега, не стреляй в спину. Он такой, да ладно, что будет-то? Моим же оружием. Где-то титли бучи. Я вспомнил, я вчера мем. Где типа секс это конечно классно, но что вы ощущаете, когда человек начинает говорить вашими фразами или что-то такое, блять? Ебать, я угорал с этой хуйни. Хилку, ага. Слушай, а почему этот там ураган или ты же убил тельта? Какого хуя? Слышь, этот Морозота. У нас низкий отстал. А вот залез зачем-то в ураган. Что делать? Ёбаный коробки. О, бля, вот он стоит. Давай, Серый, работай. Хорошо. Нахуй он залез туда. Слышь ты! Давай его добью нахуй. Он отошел куда-то, что ли? А тогда это... Заруди. Тюбик, тюбик. Слышь, Саня, возьми книжечку там слева. Саня? Да, на речке вот там. Саня? Возьмешь, Андрей? Какую? Книжку. Где там книжка? Внизу в реке лежит. Куда смотреть? Вот там. Позади меня. Вот там, пойдем. Ты будешь не Андреем, а Саня. У меня хилка выложилась. Знаешь, сколько Саня на сервере? Просто пиздец. Так это дефолт, как и Серый, блядь, понимаешь? Это типа имя по умолчанию. Не, по умолчанию это Иван. Бля, Иван, ты подожди, это еще... Бля, можно я схожу похилюсь, потом заберу обратно? То есть что-то плохо. Ну давай. А что будет, если я юзну? Кого? Хилку? Хилку. Не хилку, а книгу. Она не используется никак. Да, не так. Прочитать, а просто в руках его подержать могу? О, могу. Да. Вообще фулян тоже был, должен быть, ну, довольно-таки толстый, потому что книжка пиздец здоровая, не? А тут это, блядь, дневник, нахуй, школьный. Ну, нихуя себе, бля, обитый металлом, нахуй, школьный дневник. Понимаю, ну, да, блядь. Средневековый, чё, нормально. Средневековый, согласен. О, ебан. Дневник, блядь.
Вот там стоит хаос, да? А ну сюда подошел. Которого нет уже сейчас. Ну, сейчас убьешь. А где его там нету? В смысле, он должен быть? Он сюда там был? Не вижу. Нету, не поднимайте этого гандона, нахуй. Кличку забыл. На стриму на ноги. Ну черти ебаные. Мы тебя там убили, ты понял, да? Мы там тебя завалили нахуй. Да я понял, я что-то. Да нет, тебе показалось. Тебя просто сосало. Ожидал. А ну подвинься там. Бля, тут надо быстро вообще по-хорошему пробегать. Давай пробежишь, там со мной здесь попадет. Давай. Хаос убьешь тогда? Я попробую. Я сейчас. Да. Давай. Я вот этих маленьких готово. Держу, хорошо. Я все, все. О, блядь, ёпта, пизда! Блядь. Ну, ради там, надо там, там тильты, топоры, все так совпало, охуенно. Я убил одного. Еще кого-то убил. Все так совпало. Не, вы не поверите, ребята. Не, я поверю. Но книжку я его забрал. Это хорошо, это главное. Мы пробегать собирались вроде? Да, надо быстренько пробежать. Тогда бегите оттуда. Ну да, хаоса я так и пробегу. А я его сейчас без кувалды тоже не сильно это пробегу. Там наверху еще хаос входа. Где нахуй? Да, там, блядь, где их только нет. Ассасина. Мясники. Сзади ассасин. Спасибо, это хорошее. Иногда. Хаос стоит. Хаос, да. Хаос очень злой какой-то. Ему а что-то еще, очень много не нравится. Да, ему вообще ничего, по-моему, не нравится. Максим? Да, а, блядь. Ну, давай. Ты хаоса, блядь, носил. Занят был. Блядь. Мы в тебя верим. Ааа, блядь, чё вы сказали, нахуй? Подними, Гримар выпадет, и пиздец. Отлично. Да, Ксера, тебе же вообще сейчас дыхать нельзя. Да. Ассасин. Надо хилку найти. Там наверху есть. Отлично. Должна быть, пойти. А, Слава, а чё у тебя за член на лысине нарисован? Максим, ты там один, беги сюда. Да, блядь, не прыгай. Серьезно, реально, а, это комета, типа. Реально выглядит как хуй. Слава, знай, если что там... Я не знаю, если смогу заскриншотить, я скину. Я сюда даже внимания не обращал. Томми Ганн, Томми Ганн, Слава, серый, стрельни наверх. Убил кого-то не того. Ебой. Ебой. Спину держите, блядь. Ну я пытаюсь, я тут соло файчу со спиной. Ну я тоже, блядь. Бля, я тут умер, нахуй, ребят. Я тут упаду сейчас. Не надо, нельзя. А где ты там, блядь? А, нет. Вы успели пройти, а я нет. Блядь, я с тобой. Я тут немного это, того, да. Слава, яйца где-то сзади. Сзади стрельни в него. Да пошел он, давай поднимемся. Ну, да уже поздно, брат. Типа, у тебя яйцо, а хуй нарисовали. Или, ну, вот он поймал меня, блядь. Я тебя обманул, блядь, яйцо. Мы съебемся, блядь. Надо поднять. Надо Андрюху, да. Я его подниму. Я наверху, если что, все затворки открываю. Ага, понял. Тут ты тоже открыл. Все, я побежал на выход, потому что Гримар. Да, да блядь. Ребят, просто Гримар, бежим, просто бежим, беги. Ребята, просто бегим. Run, motherfucker, run. Я не смогу побежать. Потому что берсеркер все, вот это вот все. Блядь, мне звонят еще, как вовремя. Беги, Андрюха, да, беги. В принципе, все полезное у меня и у... Блин! Кто умер? Я умер. Серый. А чё? Берсеркер. Ты же блядь, жесткий. Это... Ёбуем на выход. Братан. Знаешь, куда бежит хаос? На выход, ты со вторым этим. И до мясника. Я чё-то спать лёг. Тут ассасины, мы ассасины. Блядь, нет! Все, я в домике, я нахуй, я в домике, я первый был.
Ля, тварь бегает. Ох ты ж, сука. Спасение. А, ждите, пацаны, мы скоро придем. Надо сопротивление проклятию ставить. Да, проклятие. Да, цыгане только так можно защищаться. Так, а что, мы в один гримуар одну книжку приволокли, да? А две книжки? Да все, Максим виноват, блядь. Конечно, Максим, блядь. Это серый дурачок побежал без нас, блядь, а там же вся движуха там собирается. Там было все пару мобов. Так, сходите без меня, я за хавкой пошел. Давай. Ну шо, и следом мы идем на ограбление GTA, да? Да, не установлено, кстати. Ёбаный рот, слабак. Да видел, там обнову завезли. Да, яркая, кстати. Так, попробую-ка открыть. Может, мне дадут. Пизды. Хуйня. Хуйня. 177, хуйня. Продать. Все разобрать на запчасти. Утилизация предметов. Плюс 5 скорости, плюс 22 к сопротивлению. Ух ты, ё, вот это мне хорошо пригодится. Раз,